И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем смотреть все скримеры, которые есть у аниматроников. Кошак, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Будем смотреть, ребята, скримеры, на которых паках они есть. Вот мы хотели с этого пака, но здесь нету скримеров, поэтому будем смотреть, где есть. Ну, надеюсь, вам понравится. Ну что, Кошак, давай начнем, FNAF 3, погнали. Так, первый у нас скример, это Phantom Fox. Погнали. Постараемся, ребята, максимально много показать. Надеюсь, у нас получится. Так, убираем. Следующий у нас на очереди. Фантом. Давай. Ух ты, красавчик. Так. Погнали и дальше. Последний этот пак. Воу, надеюсь, в ролик даже влезут все аниматроники, которые у нас есть. Потому что очень быстро получается, и мне это нравится. Так, следующий пак у нас какой получается? FNAF 4. Погнали. Это Джек он Бонни. Воу! Кстати, эти скримеры обновили, они не такие раньше были. Наконец-то мы хоть увидим что-то новенькое. Так. Полунбой. На мине. Красавчик, красавчик. Мне нравится это уже. Дальше. Мангл. На мине. Прикольно. И марионетка Найтмэри. Красавчик. Так, следующий пак у нас какой? Так, давайте будем вместе смотреть. Ага, вот из новых, погнали. Так, это у нас Эндо. Красавчикс. Многие спрашивают, как убирать скримеры зацикленные. Вот, ребята, в постобработке и любой ставите и убираете, и все. Дальше. Теперь Shadow Freddy. Вау. Прикольно. Ой, я с маской. Я без маски. Это у нас Виза Ред Бой. Достойный. Ребята, потом напишите в комментариях, кому какой больше всего скример понравился. Виза Ред Чика. На меня. Так, дальше. Фокси. Так, это у нас Виза Ред Фокси. Воу. Вот этот классный скример мне нравится очень, когда он прыгает в лицо. Визерет Фредди. Отлично, получается вроде бы все как я хочу. Тут у нас Визерет Голден Фредди. Ой-ой-ой, прям челюху засовывает себе. И так, голова Визерет. Головешки. На. Отлично. Так, следующий пак у нас какой? ФУППР 3. Так, это у нас получается будут все фантомы. Они не убивают, они просто пугают. Понятно. Есть такая буква в алфавите. А, я живой. Так, сейчас вылезет. Вот мне нравится анимация, как они вылазят. Это очень круто сделано. Так, это будет. Эпически. Так, сейчас Чика будет вылазить. Смотрите, ребята. Очень классная анимашка. Оп, оп, никого. Прям с экрана. Давай. Фантом Чика. Класс. Так. Фоксяшки. Ой-ой-ой, прям сальтухи крутит. Давай. Воу. Прям такой быстрый скример и все. Так, сейчас будет расшатываться и падать, я помню. Бум. Вылазит. Красовешный. Весь такой обдертый. Потом Фредди. Давай. Прикольно. Так. Мангл. И такое есть. Так, сейчас будет у нас марионетка вылазить. Любимая наша. Марионеточка. Воу. Просто на экране скример такой. Глазами влево-вправо смотрит. Эпично. Ничего не проходит? Ладно, давайте уберем и поставим. Так, это кто у нас? Принг Эндо. Эндоскелет. Давай, красавчик наш. Он убивает. Да, неплохо. Так, спринтрапушка. Так прикольно на раскорячке становится, чтобы встать. Ну-ка. Спринтрап. На меня.
А этот убивает, я вспомнил. Так, следующий у нас Балун Бой. Это уже совсем другой пак, да, пошел? Да, это уже ФУППР 2 ТИ. Давай, есть... погнали. Так, они убивают только в ночное время. На! Так, у них скримеры не зацикливаются. GG. Давай. Только смеется. Следующая Магнус. На! Эпически. Так, марионетка. О, привет, я тебя знаю. Воу, от марионетки классный скример, прям в лицо такой. Прикольно, страшно. Скелет марионетки. А это эндоскелет. Перепутал. Так, это у нас тень этого, Бонни. Давай. На, прикольно. Дальше. Это у нас злой Бонни. Стандартный был скример. Злая Чика. Вот, у нее зубы такие острые прям. Блин, классные скримеры. Они не зацикливаются, офигенно сделано. Ой, глаза такие закачанные. Твой Фокси Найттайм. Красава. Так. У нас твой Фредюшкин. Стандартный скример, но переделанный немножко. У нас твой Голден Фредюшкин. Давай. Ух ты. Пойдет, пойдет. Дальше. Это у нас твой Трап. Зачем же так орать, а? Прям нравится, наверное. Угу. Так, на этом паке у нас... Следующий у нас. Следующий ФУППР УН. Так, он визорит Бонни. А. Че, он не мочит? А он просто болтает. Он договорит. Вот. А, вот так же ж надо перевоплотиться, я помню. Но! Пойдет. Следующая Чика челюстная. Челюстная Чика. Ух ты! Норм. Фокси. Челюстный Фокси у нас. На меня. Фредди. Он визорит Фредди. Ой-ой-ой, классный скример. Голден Фредди, летающий. Вот, этот вообще классный. Мне все нравятся. Так, этот пак закончился. Следующий. Бонни зе Банни. Погнали. Переделанный полностью. У них, по-моему, несколько скриншотов. А ну. Этих. Во, другой совсем. Да, у них по два, получается, скримера переделанных. Обычный и необычный. Вот, когда у него глаза открытые просто. А ну сейчас. Вот, теперь глаз у тебя один заедает. Блин, так классно туловищем крутит. Вот, теперь глаза у него. Да, по два скримера на каждый. Разработчик просто запарился, молодец. Да, неожиданно ты испугал. Немножко отдернулся. Да-да-да. Давай, это давай, пугай нового человека. Так. Блин, классно, разработчик это запилил. Твой эндоскелетон. Да, и голова вверх ногами, и красное глазище. Так. Это Фокси. На. Пойдет. И? Это у нас страшный Фокси. Ночной режим. Пойдет. Фредди. Так, Фредди. Вот это вообще рукописные все скримаки. Все переделанные, необычные. А ну-ка, это какой будет? Фредди, который потерял микрофон. Давай. А микрофон, интересно, лежит там на полу или начесает? Он исчезает моментально. Понял. Так, Голден. Стандартный, знаем такой. Так, у него всего два, у него нет. Ой, блин. Одинаковый вроде был или нет? Не помню, надо будет на монтаже посмотреть.
Так, у тебя киксиатина. Давай, добей меня. Ты же тогда не убил? Будет скример? Мы так и не проверили, есть у него вообще. Ого, просто держишь? Да. Давай. Ня. Просто убивает, да. Он, дальше. Видимо, легенький такой. Так, у нас Purple Fire. Ну-ка. Ой-ой-ой, с ножом. Эпик. Так, это Repaired, у нас Фокси. Repaired Фокси у нас почини. Давай. Воу. Прикольно. И не подчинены. Воу, вот это вообще классный. Ребята, не смогли мы в одну серию ставить всех аниматроников, все скримеры показать. Их очень много еще осталось. Так что, если вы хотите продолжение, ставьте плюсик. На этом будем заканчивать. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.